Проснулся? О, Серёга, доброе утро. Доброе утро. Ну что, сколько там времени? Ну-ка. О, только что утро наступило, а. Надо будет себе часы купить. Ну да, пригодилось бы. Ну, это я куплю уже. В общем, ребята, там, это, кстати, по поводу дома. Мне там еще мебель, я себе заказал туда сразу поставить. Его достроили уже. Мебель заказал, мне пришлось уже в кредит 20 изумов брать. Теперь я должен вернуть, получается, 50, а нет, не 50, сейчас скажу, 60 тоже вернуть. Это очень много. Это почти сейчас мой доход. Ну, не доход, а это. Сколько у тебя денег есть? Зарплата. Ну, 64. Интересно, Руслан дома? Не знаешь? Наверное, нет. У меня 64. Так, а ты что спрашиваешь, здесь, не здесь? Так, не отвечай, значит, не дома. Погоди, стой, погоди. А. И это мне дома. Ну да, в окнах не видно. А где она? Руслана! А, что? Где? Я тут сейчас что? Выйду. Иди к колодцу. А, вот он, вот. А, вижу. Привет, Руслана. Привет, я сейчас работаю, пока что там сейчас. Ладно, пойду сейчас дом покупать. Серёга, ты сегодня работаешь, нет? Сегодня, да. Ну, то погнали в деревню туда. Угу. А ты где дом покупаешь? В деревне той. Ага. Ну, посмотрим, какой у тебя там дом. Ну, то есть не я пока посмотрю. Это же не факт, что буду брать еще его. А, ты даже еще не отдал? Нет, у меня сейчас все деньги у меня. Ты просто пока присматриваешь, я даже, да? Я даже не буду это. Сейчас переоденусь тут просто. Переплыли. Там вторая река. О, блин, у меня еды вообще не осталось. Серега, есть пахал что-нибудь? У меня тоже пахалать нечего. У меня одни хлебушек остался, а? Надо ладно, было блин. Магазин что-нибудь купить. Да, по-любому зайти. Там недавно же магазин открылся. Они там строились, все-таки открылись. Ура, деревня. Наконец-то вижу. Интересно, какого цвета мой новый дом? Я еще не видела. Может, синего? Да, вряд ли. Но, прям может... в одежде. А, пофиг тоже. Я думал, занырну, а я не потом передумал нырять просто. Что ты там, вон, вылез? Да. Пошли. Подожди, постою чуть. А, побегу даже. Ура, дом новый. Блин, надеюсь, он хороший будет, я возьму его. Там водопровод сразу сделан, им электричество надо свое, получается, по-моему. Ну, конечно, свое. Ну, типа, надо за него платить надо будет. Да. Типа, там будет подключено оно? Вон, это что? Это какой-то новый, что ли, дом в этой деревне? Где? Вот, смотри, какой-то белый. А, мне это надо к мэру. Я сейчас к мэру схожу. Так. Здравствуйте, охранники. Привет. Можно к мэру пройти, мне поговорить надо? Да. Спасибо. А, стойте, представьтесь. Я Худяков Федор. А, ну, мы вас знаем, проходите. Ага. Так, блин, листья. Здравствуйте, мэр. А, здравствуйте, Федор. У меня вопрос тут. Там вот дом построили белый, это мой, да, правильно? Да. Можно сейчас схожу посмотреть, а потом посмотрю, покупать, не покупать? Хорошо. Там же мебель мы, надеюсь, поставили? Мебель? Конечно. А, ладно. Что? Сами же заказывали. Да, ну, может просто привезли. Да, до свидания. До свидания. Так, бежим. О, Серега взял. О, все. Я сейчас буду смотреть дом свой. Молодец. Можно с тобой? Не знаю, наверное, давай. Чего там такого? То, что мы... Так, на ключ еще не давали. Ну, вот открыт тут. О, ничего себе. Так, вот свет, это да, ключ. Смотри. Я еще картину заказывал как раз. Уже пришла, повесили даже. Блин, дом-то хороший, обустроенный. Может, Руслан... Я буду покупать. Руслан, еще позвоню. Да, привет. Что? Привет, Руслан. Я, короче, тут дом посмотрел свой, я буду покупать его. Понятно. Приходи к нам в деревню. Я это подумал, там в лесу же грибы растут, может, пособираем грибы? Ну, давай сейчас тут досажу еще грядку и приду к вам. Давай. Включился уже. Ну, что, как тебе дом, Серега, кстати? Да хороший. Я тоже здесь где-то... Ну, и я уже завтра вот, ну, сегодня закажу уже. Ну, в телефоне я сегодня сидел. Я, короче, заказывал, ну, смотрел дома. И заказал. Что, оранжевенький такой. Строятся будут? Нет, завтра уже начнут. А. Заказал, может, это, купил будущую постройку. Ну, он почти как твой, но побольше стоит. И сколько будет стоить? Ну, будет стоить где-то 80 изумрудов.
где-то так. Ну, может, дороже, конечно, будет. Да, ну, я посмотрю. Давай. А что, Серега, ты это, сегодня ты будешь работать, тебя ждать, получается? Да нет, я не буду, мне по телефону уже позвонили, сказали. Получается, я сейчас пойду, ну, надо работать, но совсем чуть-чуть. Ладно, давай, подожду тебя. Ну, сейчас, недолго. Уже прошло полчаса примерно. Все. О, сам выбежал. Я получил 37 изумрудов за 2 мяча. Там... Откуда такие деньги? Так я же работаю, я там самый главный, ты чё? Ничего себе. Слушай, много заработал. За неделю, нет? Да, за неделю. А, то ладно. У меня сейчас где-то это... Ну, 90 изумрудов где-то так. Погнали? Да. 90-100 изумрудов. Давайте за мной. Так что мне на дом хватит. Ну, сколько ж не подражает, все может быть. Уже закат близится, давайте быстрее. Короче, собирать грибы, вы знаете, мухомор не собирать. Вы что, надеретесь или мне кажется? Не отставайте. Давай подождем. Так, в общем, вот на лесочек. Я уже последний хлеб доел свой. А у меня вообще ничего не осталось. Походу, до ночи будем собирать тут все. Или даже ночью. В магазин надо будет сходить. Пожалуйста, давай. Мухомор не собирайте, пожалуйста. Ну, давай. Ну. Я могу вам курочки чуть-чуть дать, мне там осталось. Чуть-чуть. Я пока что не хочу кушать. О, грибы. Ура. Тут, правда, немного растет еще. Не сезон все. Давайте это. Каждый будет собирать грибы. Потом Руслане дадим, что он умеешь какие-нибудь похлебки сможешь сделать завтра? Ну, да, смогу. Я уже делала. Так, это мухомор. Прикольно. О, вот, вот еще грибы. Надо глубже в лес идти. Ой, я тоже грибы вижу тут. В начале леса даже. Мухомор не собирать. Я знаю, что это плохие грибы. Да. Это правда. Тут их много, кстати, как-то. Побольше, чем вот этих. Кажется, мне так. Мухоморов? Да. Надо глубже в лес идти. Пойдемте. Ничего не видно. О, грибок. Так. Вот тут. Давайте потом это посчитаем, у кого сколько грибов. Хорошо. У меня 2 пока что. О, у меня 8. Тут он просто валяется. У меня 5. Так, ой, уже ничего не видно, да? Вам тоже? Ну, мне немного видно еще. Ну да. Пойдемте тогда домой. Не, ну еще поискать, я хочу еще грибов немножко. Думаю, это на 2-3 похлебки хватит наших грибов всех. У кого сколько грибов? Мне 3. У меня 5. А, теряюсь, я не знаю, где вы все. Руслана. Я вот. Так, Серега, где ты, Серега? Так, я вот. Ну все, давайте уходить пора уже. Да. Пошлите в деревню. Давай вместе еще в магазин зайдем. Давай зайдешь один. Ладно. Я деньги мэру не отдал. Ладно, завтра принес. Хотя, блин, ну, скорее всего, спит уже. Нет. Время уже. Подождите. Примерно 11 часов. Ну, так, мэрия закрывается. В 22:00, сейчас 23:00. Ладно, вот я еще гриб нашла. Давай завтра сейчас. Да. Бери. Забираю. Так, у тебя, Серега, сколько грибов? 5. Так, у меня 8, 13. У тебя, Руслана? 4. Так, итого у нас 17 грибов. Круто. Ладно, пойдемте домой уже спать. Пошлите. Я очень хочу. Не, я-то в этот дом иду. Точно. Точно. Ладно. Хотя, может, пойти последний раз к Сереге на ночевку? Да, последний раз. Чипсов похаваем. Давай. Давай, погнали к тебе. Чипсов похаваем. Сможешь это? Футбольчик посмотрим. Да, сегодня вроде матч должен быть хороший. Сборных каких-нибудь, надеюсь. А, там... вот туда пошли, так. Я в другую сторону пошла. Ага. Я очень хочу кушать, так что зайду в магазин. Ну, я тебя понимаю. Что ж, бегать не можешь, да? Да, уже сложно. Подождите, я сейчас попробую. Вода холодная будет, давайте, ладно. Подождите, я как подойдем, подключимся. Так, все, вот мы дошли уже. Да. Идем. Ладно, Руслан, давай пока. Пока. Давай вместе в магазинчик зайдем, что-нибудь купим. А тут магазин есть? Я тебя подожду здесь, возле хаты. Твоей. Так, а я забыл, где? А, магазинчик у нас там. Покажи мне. Не, куда ты? Руслан, стой. Дом-то. Да не, мне магазин вот хочу он дом. Посмотреть. А магазинчик-то вот это, да? Да, вот магазин. А я посмотрю, что там продают. А идите, идите. Здравствуйте. Здравствуй.
Что, почем у вас? Что хочешь купить? Арбузики. Арбузиков сейчас нет в ассортименте, это витринные картины, витринные. Ну давайте тогда хотя бы яблочек. Одно яблоко, один изумруд. Давайте два яблока. Хорошо, убери их в сундуке. Сейчас, подожди, сейчас вынесу. В общем, мы с Серой закупились в магазине, я тоже решил покушать взять себе. Мне очень плохо, я кушать прям хочу. Кушай, кушай. Стой, подожди. Подожди. Ладно, закрывай дверь. До свидания, продавец. До свидания. Ну, ладно, что нужно спить, погнали спать уже. Открой дом. Выходи. Спокойно. А, погоди. Спокойной ночи. Спокойной ночи.